Сейчас об этих и других новостях более подробно. В окружной администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители силовых структур и органов власти отчитались перед главой Люберец в проделанной работе. Подробности далее. Более 1700 обращений, 132 ДТП и 32 раскрытых по горячим следам дел. Такова оперативная обстановка в округе за прошедшую неделю. У спасателей работы было не меньше. 112 раз они выезжали по сигналу тревоги и устраняли 11 пожаров. За прошедшую неделю произошло по полу сухой прошлогодней растительности. Всего за неделю осуществили 44 выезда, из них за выходные дня. За выходные 2 дня, суббота, воскресенье, 22 раза. То есть народ у нас поджигает траву, трава горит, сгорает вот неэксплуатируемые строения, сараи, там и бытовки горели. То есть вопрос очень серьезный. Далее речь пошла о жилищно-коммунальном хозяйстве. В округе уже отремонтировано 223 подъезда. В планах ремонт и в 132 МКД. Помимо этого на совещании отчитались и за содержание дорог. Проведены работы по очистке урн, посадочных площадок и заездных карманов. Дорожными предприятиями проводятся работы по помойке автопавильонов. Проведены работы по помывке автомобильных дорог и тротуаров. Проведена уборка мусора с газонов и тротуаров. Собрано, вывезено 220 кубометров мусора. Помимо этого, дорожные службы устраняли ямы, залатали более 600 квадратных метров. В рамках совещания обсудили работу службы 112. За неделю ее сотрудникам поступило более 8000 обращений. Больше всего граждан волновала работа ЖКХ. Мария Антонова, Сергей Гвоздев и Валерий Абсолямов. Телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.